Главная новость к этому часу. Южная Корея может снять санкции с КНДР на время Олимпиады. Меня зовут Ксения Соколянская. Здравствуйте. Силы Пхеньян провели прямые переговоры и приняли решение об участии Северной Кореи в зимних Олимпийских играх. Они пройдут в феврале в Пхенчхане. Отправить на соревнования сборную КНДР предложил лидер страны Ким Чен Ын. Участие Северной Кореи в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане необходимо во имя принципа поддержания мира во время Олимпийских игр. Мы рассмотрим вопрос о снятии части санкций с Северной Кореи, но после подробных консультаций с Комиссией ООН по санкциям, Соединенными Штатами и другими странами. Сеул предложил сборным обеих стран пройти вместе на церемонии открытия Олимпиады. Также на сегодняшних переговорах обсуждалось возобновление диалога по ядерной программе на уровне Министерства обороны, но Пхеньян на эти предложения пока не отреагировал. Отношения между Северной и Южной Кореями обострились из-за ядерных ракетных испытаний, которые проводила КНДР.